Всем здравствуйте! Наталья Крачковская ушла из жизни в 2016 году, но до сих пор на месте ее последнего пристанища не появился памятник. Знаменитая актриса всего лишь один раз была замужем за звукорежиссером Владимиром Васильевичем, от которого родила единственного сына Василия. В 2009 году у актрисы начались проблемы со здоровьем, а 3 марта 2016 года сердце актрисы остановилось после нескольких сердечных приступов и обширного инсульта. Крачковской было 77 лет. Сын Натальи Крачковской так и не установил ей памятник на месте, где покоится мать. Это очень огорчает поклонников величайшей актрисы, которая регулярно приходит почтить ее память. Из-за этого разразился громкий скандал. Владислав Тюльпанов рассказал, что готов взять на себя расходы на памятник Наталье Крачковской. «Государство у нас не обязано это делать в принципе, никому, ни народным артистам, ни заслуженным деятелям культуры. Родственники могли бы, конечно, позаботиться, если они любили Наталью. И вообще, любой нормальный человек, когда близкие уходят, они все последние силы бросают на то, чтобы организовать проводы в последний путь на должном уровне. Если родственники или друзья не способны этого сделать, то я лично готов выделить средства на то, чтобы установить этот памятник. Потому что это без всякого преувеличения великая артистка, у которой миллионы поклонников, и я тоже являюсь одним из них. Я хочу сказать, что будем ждать, время покажет, но если ни родственники, ни друзья не смогут собрать какую-то сумму, или вообще не будут этого делать, то я готов сделать это лично сам», – заявил общественный деятель. Добавим, что сын актрисы также успокоил поклонников, которые не обнаружили даже креста на месте упокоения знаменитости. Он заявил, что крест никто не убирал, он стоит на участке. «Крест стоит рядом с соседними участками», – отметил Крачковский. По желанию ответственного за захоронение, на участке Крачковской было проведено комплексное благоустройство. Вывезен грунт, уложено геотекстильное основание, территорию засыпали гранитной крошкой. Будем надеяться, что в скором времени монумент все же появится, несмотря ни на что. А у нас на этом все. Спасибо, что были с нами. Берегите себя и своих близких. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки, комментируйте. Всем пока!